Около 130 старшеклассников из школ городского округа Щелково, а также из школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина приняли участие в спартакиаде, которая ежегодно проходит осенью и весной. Допризывная молодежь попробовала свои силы в самых различных дисциплинах. Это подтягивание на перекладине, бег, прыжки в длину, сборка-разборка автомата, смотр строя и песни и другие. Команда, которая покажет лучшие результаты в сегодняшних дисциплинах, отправится уже на областные соревнования. Они будут проходить в городе Серпухов. Традиционными победителями у нас являются, естественно, кадеты из Монина. Но будем посмотреть, а вдруг будет неожиданно сильная команда, какая выстрелит. Мы приехали на спартакиаду, будем отстаивать честь школы. Хочется попробовать себя в прыжках, в длину, люблю прыгать, и в беге на километр. Я пришел на спартакиаду, чтобы отстаивать честь своей школы, и я надеюсь хорошо себя проявить в беге на 100 метров. Вообще я люблю бегать, и бег мое все. Также председатель комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью Николай Павлов вручил грамоту за второе место на областной спартакиаде допризывной молодежи педагогу-организатору летной школы Вячеславу Капралову. Мария Буржинская, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».